Жиган, лимон, мальчишка симпатичный. Жиган, лимон, с тобой хочу гулять. Я сейчас в Икее, мне по-хорошему нужно найти стол. Уважаемые покупатели, I've pressed my case every time we kissed, I left a bitter taste on your cold lips. Maybe it was something that we couldn't fix. Нормально, все прошло без проблем. Сейчас обсудили с Антоном новый проект. Записываю информацию, чтобы все это закрепить. Должно быть круто. А верхний это вот эта часть. Понял. Все хорошо, спасибо вам большое. Сегодня я досниму некоторые фрагменты для школы Антона. Блин, отличное место. Доброе утро. Сегодня был ранний подъем в 6 часов. Еду в Подмосковье снимать завод. Я вот сейчас тут иду, и если вы когда-то в своей жизни заваривали, например, доширак какой-нибудь с курицы, то вот тут стоит постоянный запах его. Нормально это все? Дети просто монстры. Для того, чтобы монтировать видео и там обрабатывать фотографии, я очень много времени сижу за компьютером, перед монитором, по 10, по 12 часов. И я всегда задумывался о том, что мне нужны какие-то очки, которые хотя бы... Я понимаю, что ни одни очки мне там не сделают коррекцию глаз и так далее, но просто... хотя бы как-то себя обезопасить. Надеюсь, что помогу кому-то, кто испытывает такую же проблему и такую же надобность. Здесь на упаковке название этой модели, они называются вот так, Roid Mi B1, то есть B1. А, вот, я понял. Короче, вот сами очки Gucci линзы. Вот эта часть, которую я держу в руках, она очень легкая. Здесь дальше две пары оправы. Одна из них для активов, а другая для пассивов. Нормально это все? Для активного образа жизни, вот типа спорт, видите, десигн прорезиненная. А другая обычная, классическая. А это... не знаю, как правильно называются, но это вот эти вкладыши под нос. И что-то еще осталось. Что-то реально тяжелое. А, футляр. Нифига себе. Футляр и тряпочка. Вот все я разложил, сейчас соберу и покажу вам, как это выглядит. Итак, я разобрался. В
комплекте у нас идет две вот таких насадки на нос. Просто одна больше, другая меньше. Мне подошла та, которая больше. Вот представляю вам вариант классический. А сейчас я соберу спорт режим Turbo GT. Вот спорт версия. Хочу сказать, что отличие именно в этой части, она здесь прорезинена. Лучше держатся очки, чем классический вариант. Я даже себя еще в зеркале не видел. Факт в том, что никогда не ношу аксессуары, вот такие очки, например, вообще не ношу за свою жизнь. Ни солнцезащитные, никакие. Да и в этих, в принципе, я буду вот только за компьютером сидеть. Я не думаю, что я буду выбираться в люд. Вот, собственно, все, что я хотел рассказать вам в этих очках. Так что берегите глазки. Если что, вот один из вариантов. Спасибо.